Чисто и понятно и просто. Костер, тут вон озеро, вечера, костер, сосны стоят. Решали там все вопросы, которые вот здесь, в Москве, в городе решить невозможно. Там просто аура другая, что ли. Ну вот такая вот песня про это самое озеро Тихое. Историю вспомнил, песню забыл. Нет, ну давно не поешь ее. Тереть песню, да. Вот был замечательный человек, очень добрый. Учитель Божий милостью называть. Сейчас таких не делают, не выпускают. Он имперской закалки был. Преподавал сразу последний. Вот у него был лафа в этой школе, где он учился. Было 12 женщин, и на один учитель труда, физики и астрономии. Заодно. Там и автодело еще. Он как сыр в масле катался, но такой был. Любил жизнь человек, мы с ним были похожие. Любил все прекрасное, что в этом мире есть, все чистое. Писал хорошую, замечательную, светлую песню. Вот песня, опять же, про деревню Власьево, которую лет 30 уже поют, и было время ее в школе даже преподавали. Урок пения. Это Валентин Терентьев написал песню. Называется «Черемуха». Просто мне кажется, что вот подавляешь большинство, вот это детство самое босоногое, но это не детство уже. Сейчас по нынешним временам в 13 лет уже вот, девчонки рожают, а парни не знаю, чем. От парней рожают. А тогда это, ну, сами знаете, что я говорю тогда. Ну вот, песни такие не наивные и детские, но зато они про то, что было и то, что утеряно. Вот. И тоска и печаль, потому что как-то мимо прошло, а мы не заметили в погоне за чем-то другим. А может быть и зря, может быть жить по-другому сложилось. Ну вот, есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю в далеком краю. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. И девчонка в коротеньком платье с белым бантиком в русой косе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. Были ночи полны соловьями, поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая неведомый путь. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая неведомый путь. Так есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю в далеком краю. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, и черемуха в белом дыму. Тоже Терентьев, сейчас вспомню, попытаюсь там. Давным-давно по глуши било детство, махру курило, ярую тайком. Скажите, разве есть на свете средство, чтобы забыть о времени таком? Помнишь наш деревенский бугор? Словно слышу гитарные струны. Заглянула к нам на костер наша ушедшая юность. Заглянула к нам на костер наша ушедшая юность. Кто мы были, шпана не шпанам, подаг ребят оголтелых и гулял по садам сатана, обутый в разбитые кеды. И гулял по садам сатана, обутый в китайские кеды. Мы любили, мы пели про наш тесный круг, про дымок над родимым краем. И любили мы наших подруг, и дарили цветы им за краем. И влюблялись мы в наших подруг, и дарили цветы им за краем.
Мы ходили в ночное не раз, и верхом встречали рассветы, и синицы знали, и спас это ближайший. Где прошли разбитые кеды, и синицы знали, и спас, где прошли китайские кеды. А ведь горе рюмочкой вей, на дружбу кололись все беды, всю росу с окрестных полей собрали разбитые кеды, всю росу с окрестных полей собрали китайские кеды. А сётр быструю шумит, а былом мои мысли тревожит, эх, и вернуть бы прошедшие дни, июльские жаркие ночи, ох, вернуть бы прошедшие дни, июльские жаркие ночи. Понятно, что не вернуть, но очень хочется. Чем дольше живешь, тем больше хочешь туда вернуться. Хотя бы на часок. Ну, на два. Ну, на ночь хотя бы. На июльскую. Ну, озеро тихое. Тут ты. Спойла песню. Значит, песня Валентина Терентьева, старая песня. Она довольно известная в узких кругах, потому что он был, значит, выступал на фестивале «Хатерспирт» под псевдонимом Гарев. Значит, вот эта песня его. Хорошая песня. Нормальная. Для взрослых. За иллюзию соломинку держись. Утонуть в житейском море пустяки. На кораблик из бумаги положись. А вокруг тебя пусть тонут простаки. И схитрись зубами локоть ухвати. Соль с обидой не поймешь, что солонить. Проще было бы с ума пойти сойти, чем вбивать упрямство в запертость дверей. Но сомнение висит дамоклов меч. Осторожно, парень, нитку не задень. Я не верю, что игра не стоит свеч. Старый парусник везет вчерашний день. Трюме свалены в повалку чудеса. Бедолагам чудесам не повезло. Кто-то взял да перепутал адреса. И случайно или кому-нибудь назло. Словно нож метнулся в стену чей-то крик. Грязный парусник берут на абордаж. С пулей в горле капитан рвет воротник. Загремел к ногам на палубу палаш. Заевает косу дымную пожар. Доски жрет изголодавшийся огонь. И ложатся как добыча, а не дар. Чудеса на заскорузлую ладонь. И ложатся как добыча, а не дар. Чудеса на заскорузлой ладони. Вспомнил песню. Летний вечер над озером сизой дымкой качается, и в воде отражается желтый гребень костра. Еще долго до осени, и не надо печалиться. Еще не прощаемся, нам еще не пора. Еще долго до осени, и не надо печалиться. Мы еще не прощаемся, нам еще не пора. Над палатками вечные сосны высятся свечками, тянут лапы доверчиво к золотому костру. И сквозь полыхи алых вижу губы усталые. Хочешь, самое главное я тебе повторю. И сквозь полыхи алых вижу губы усталые. Хочешь, самое главное я тебе повторю. А главное вот в чем. В этой тихой обители мы, столичные жители, изумленные зрители нескончаемых пьес, удивленные искренне тем, что кажется жизнью нам. Допусти нас до истины край забытых чудес. Убежденные искренне в том, что кажется жизнью нам. Допусти нас до истины край забытых небес. Нечаянно церемония чайная, с
небосвода отчаянно звезды прыгают вниз. Вы согласны преданию, загадайте желание, чтоб дорогами дальними все желания сбылись. Вы согласны преданию, загадайте желание, чтоб дорогами дальними те желания сбылись. Ну, какие воспоминания. Так, что, все, еще и последний выход. Хорошо, разведка. Давай позовем. Ну, уходим, Игорь. Да ну ее, ну эту песню уже забили. Нет, давай мы уходим. Ну честно. Спойлер. Авторский вариант, вы его, она вам не понравится, потому что ее слышно в исполнении каскада, ансамбля. А кто же просит вариант Николаевич, каскада? Очень народ просит военные песни. Спой, мы уходим. Сейчас, ладно. Мы не против Терентьева, дай ему Бог. Мы за войну. Нет, мы против войны. Вот самое интересное, что мы больше ничего не умеем, как воевать-то, мужики. Ей-богу. Любить не умеем, не знаю чего. Умеем, все умеем. Злость управлять не умеем, ни хрена не умеем. Макароны варить только умеем, и чего еще. Вось забить, все. Ну ладно. Ну а то я предупреждаю, это авторский вариант. Другой не нужен. Она запомнилась. Во-первых, соскаженный полностью второй куплет, а во-вторых, она в другом исполнении ансамбля Каскад Халиловского. Да другой не нужно, а я другого не знаю. Давай. Вот на радио «Свобода» записывает первый вариант в адском исполнении. Еще там. «Свобода»? Да, но я же был в московском корреспондентом радио «Свобода» много лет. Мюнхен редакции, Московское бюро здесь. Военный корреспондент в радио «Свобода». Погоны сняв, естественно, это после 91 года все было. Так что... «Свобода» наша тогда, я понимаю. «Свобода» наша была, но она какая наша? Не, ну раз наша... В конце концов, мой названный брат и редактор... Разругался, его уволили за связь с КГБ, там, за со мной, то есть еще со всеми остальными. Он без работы много лет в Мюнхене живет, он приезжал недавно на днях. Ну, недавно там, в мае. Но не в этом дело. Когда меня терзали и спрашивали в 95-м, вы знаете, какой-то вот с рожей мента, я же чувствую, контрразведчик или мент бывший, пришел в комитет, говорит, давай с ФСБ. И он меня там ответил, как же вы, Игорь Николаевич, вы с кем там сотрудничали? Я говорю, а в чем дело-то? Все мои передачи выходят, я говорю, вы пришлите мне документы, где вы вот, мне подчеркнете, там, такая, что я родину предал. Я песни пел, которые сейчас перед вами. И аналитический проект по Чечне писал. Все точно, как я писал, там, как мне передавали, так происходит в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии. Секрет мой окончил в 2000 году, так что никому не нужен, как у Верстакова. Помнишь, про вечного капитана? То, что контужен, никому не нужен. Покоренных однажды небесных вершин. Тут я сбил на эту песню. Вот почему я не люблю эту песню? Давай. Как задолбили ее тогда, этот каскад, как она пошла. Ладно. Покоренных однажды небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим. Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава. Итак, опять. Просто, ну ладно, не важно, там куплет перестану. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено, сколько нас полегло в этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горе, вам видней, что мы имели, что отдали, надежды наши и печали, как уживутся средь людей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Биографии. Биографии.
Нет, третий тост там еще был. Друг спиртовую дозу дели на троих. Сколько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чтоб тем были мы в краю далеком, пускай не судят однобоком нас кабинетный грамотей. Биографии наши в полдюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. А мы уходим, уходим, уходим. Мы уходим, уходим, уходим. Я потому не пою эту песню, я потому что ее запели до неузнаваемости и стала она известна вопреки мне. Я ничего не хотел делать там. Я всю эту историю знаю, писал об этом этой песне. Да? Ну не батальон, Робби, давай что-нибудь другое. Автомат и гитара. Нет, ой! Я убрал ее. Вот, знаете, что плохо? Вот. Почему я не участник в тех фестивалях? Вот честно говоря, нигде, никогда, уже много лет. Потому что толпа народу приходит, участников, да? Тебе дают три песни. Все хотят батальон разведку, мы уходим или еще что-нибудь. И от этого человек, который творческий, когда смотрит, он не растет. Потому что то, что он пишет вот так дома, себе от души для других, получается в картинку, никому не нужны. Вот запомнилась песня. Николаевич. И все и пошло. Вот батальон разведка. Она вон а где-то батальон разведка. Дело в том, что. Я честно говорю, ну я-то сам. Дело в том, что, понимаешь, Николаевич, ты вот экзотика. Вот я с тобой вместе спеть наше выступление, как разговор с друзьями, за единичками, да? А не фестиваль. Я же отказался в Кашевок ехать. Именно поэтому. С этими фонетчиками нам нечего делать, с мальчиками и девочками вообще. Ну что будем петь? Они спели мою песню. 15 человек. Кузя, этот самый, да? 15 человек, я написал песню, сначала посвятил ее Кузе, водителю несчастному, который сейчас там, не знаю, бог знает себе, который торговал там, соляров там налево набрал. Посвятил ему давным-давно. Теперь вот по эту песню вот такие кубки получают за нее там есть Шавров, который знает, да? Что будет? Получает за это деньги вот такие кубки и говорит, мы вместе с Морозовым написали эту песню. Я не понял. Вот под эту песню, почему? Я приехал. Шампанского и тьма приезжает. 8 лет назад приехал в этот самый Багратионовск, это под Кенигсбергом, да? Фестиваль был там, международный. И ко мне подходит мой бывший коллега, подчиненный, в общем. Приходит начальник пресс-бюро ФСБ. Город Багратионовску, а я был последний мотор, начальник там большого внимания здесь. И он мне начинает доказывать, что у этой песни «Прощайте, горы» 2-3 куплета написал не я, а вот этот автор, и вот это, и вот этот автор. Ну что я буду? Я, наверное, уже замучился в интернете рассказывать все. Но вы же вот этот вариант не знаете, понимаете? Он вам не понравился наверняка, потому что он без музыки, без ансамбля, один бля сам, я так говорю. Дорогие друзья, как говорят, дело в том, что нам нужно 10 часов заканчивать, потому что наши замечательные хозяева, надо ехать домой. Поэтому мы сейчас поем песню Неморозовскую. Ну, давай споем Неморозовскую песню. Давай споем Неморозовскую песню. Да. Давай. Только кто не поет, кто не поет, тот гад. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Опять икра. Пойду хлебушка достала. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, а
повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. И самый главный куплет. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Дорогие друзья, следующий концерт состоится 4 октября. Дело в том, что в сентябре у нас дурдом будет продолжаться. Вот. У нас там всякие фестивали, конкурсы. Может быть, я уеду вообще из Москвы. Иди сюда. Вот. Значит, и поэтому... Может, получится, тебе уж Вертакова сюда его. Да. Нет, у нас есть коварный план. С вашей помощью провести концерт в музее вооруженных сил, в большом зале, где 400 мест, как говорится, формат и все такое. Но, понимаете, вот во мне борется, значит, противоречивые чувства, потому что 400 мест, это надо набрать хотя бы 300 человек, 200. Это очень тяжелая работа в Москве. Вот. А у нас здесь плюс, минус еда, значит, замечательная. Одна надежда на октябрьские затяжные дожди. Да. Вот. Поэтому мы будем сейчас, я думаю, что 4 октября мы проведем здесь по-любому, а где-то конец октября мы с вашей помощью попробуем сделать это в музее вооруженных сил. Вот. Но очень бы хотелось, конечно, чтобы был народ, вот, потому что это музей, это для меня, в общем, святое место, и для Николая, для меня тоже. Вот. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Значит, 5 сентября в бард-клубе «Гнездо глухаря» состоится наш концерт, традиционный еще один. У нас есть несколько тем, которые называются «Казачьи песни». Вот.